официальный персональный документ каждого работающего гражданина – трудовая книжка. В России порядок ее ведения устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Какие данные работодатель обязан вносить в трудовые книжки сотрудников? Об этом нам рассказали в Одинцовской городской прокуратуре. Трудовая книжка является основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника. В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, о выполняемой им работе, сведения о переводе работника на другую постоянную работу, об увольнении, а также сведения об основаниях увольнения и поощрениях за успехи в работе. В трудовую книжку не вносятся сведения о взысканиях в отношении работника, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение работника с занимаемой должности. Работодатель обязан выдать трудовую книжку работнику в день его увольнения. В случае, если в день увольнения выдать трудовую книжку работника невозможно в связи с его отсутствием на рабочем месте, либо в связи с отказом в получении трудовой книжки, работодатель направляет уведомление в адрес работника о необходимости получения трудовой книжки, либо о даче согласия на ее направление почтой. Возможно направление почтой в адрес работника трудовой книжки только с его согласия. При направлении уведомления с датой его отправки работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. За нарушение вышеуказанных требований трудового законодательства работодатель несет административную ответственность по статье 5.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.